24 января Казанский федеральный университет посетил заместитель министра образования Российской Федерации Марина Боровская. В рамках визита ректор КФУ продемонстрировал заместителю министра образования Российской Федерации учебное здание Института международных отношений Казанского федерального университета, расположенное по адресу Карла Маркса, 43, которое на данный момент находится на стадии реконструкции. Год назад в здании был начат капитальный ремонт. Предполагается, что там будет размещен целый комплекс подразделений института, аналитическая служба ситуационного центра, центр изучения США и Канады, центр изучения Латинской Америки. Здание изначально принадлежало Институту управления экономикой и финансов КФУ. В мае 2018 года на заседании ректората Ильшатом Гафуровым было озвучено решение о передаче здания Институту международных отношений. В первую очередь это делалось для того, чтобы институт, находящийся в составе университета, становился более привлекательным для будущих абитуриентов и более узнаваемым в мировом университетском сообществе. Достаточно хорошо, очень динамично стал занимать, стал получать как таковой Институт международных отношений в позиции нашей страны. На сегодняшний день создан проект будущей реставрации. Надо сказать, что для КФУ это не первый опыт восстановления объектов, представляющих культурную ценность. К примеру, в прошлом году университетом был запущен новый кампус Института фундаментальной медицины и биологии КФУ. Для этого был отреставрирован целый комплекс зданий бывшего военного госпиталя, объекта культурного наследия России. Диана Шилова, Артем Тупичкин, Александр Юдин, Универньюз.